Удивительные вещи мы сегодня увидели здесь, и нигде мы в мире не видели такой организации, которая помогает слепым, глухим, глухонемым, инвалидам. И это удивительное место. Просто удивлены, до глубины души потрясены, что такая активность здесь ведется. Я благодарю Аллаха и молю Аллаха, чтобы Он принял тот труд, который здесь делается, и распространил те усилия, тот труд и ту методику, которой вы здесь пользуетесь в вашей стране, в близлежащих странах, и на весь мир, потому что болезни, которые испытывают люди, это слепота, глухота и различные вот эти вот заболевания, это от Аллаха. И Аллах дает, посылает их людям. А наша обязанность, людей здоровых, у кого есть возможности, у кого есть способности, об этих людях заботиться, помогать и насколько возможно их жизнь облегчать. И тот, кто будет этим занят, тот, кто будет трудиться на этом пути, он получит от Аллаха огромные награды. Это будет садака джария для него, для его семьи. И Аллаху это очень будет нравиться.